Финальная пара! В красном трико выступает Огамбай Улуларбек, мастер спорта международного класса. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров. Серебряный призер чемпионата Азии среди юниоров. В прошлом году на чемпионате мира в Софии занял 7-е место среди взрослых. Нурдин Дамбаев в синем трико. Мастер спорта международного класса. Бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи 1994 года. Бронзовый призер чемпионата азиатских игр в Хиросиме. 5-е место чемпионата мира в Стамбуле. Неоднократный победитель международных турниров серии Гран-при. Нурдин Данбаев, синий трико. Тугамбай Улуларбек в красном трико. Тугамбай Улуларбек тренируется у заслуженного тренера Кыргызской Республики Нурдина Жусупова. Нурдин Данбаев тренируется под руководством заслуженного тренера страны Кенжебека Омуралиева. За минуту 40 ввиду травмы Тугамбай Улуларбека победа присуждается мастеру спорта международного класса Данбаеву Нурдину, который стал победителем весовой категории до 50 килограммов. Финальная встреча весовая категория 60 килограммов. В красном трико Марс Ирназаров, Казахстан. И в синем трико Надырбек Улу Улан, Кыргызстан. Борец в красном трико Марс Ирназаров, мастер спорта. Чемпион Казахстана 2002 года, 5-е место на чемпионате мира среди кадетов. Тренируется под руководством заслуженного тренера Казахстана Тусупхана Сейханова. В синем трико Надырбек Улуулан, мастер спорта международного класса. 4-е место первенства мира среди кадетов. 2-е место среди юниоров чемпионата Азии. Чемпион мира среди молодежи 2001 года, неоднократный чемпион Кыргызстана, бронзовый призер 14-х азиатских игр. Первый тренер Надырбек Улуулана Бекжан Эсенбаев. Сейчас тренируется под руководством Кенжебека Омуралиева. Не слышим поддержки зала. Прошла Геннадия.
девочки, давайте поддержим спортсменов. 5 человек из Ирана перекричали весь зал наш. Где поддержка кыргызстанцев? Прошло 2 минуты. Итак, завершен первый период. 5-1 ведет схватку борец с синим трико Натербек Улуулан, Кыргызстан. Ему секундирует заслуженный тренер Кыргызстана, заслуженный мастер спорта, победитель спартакиады народов СССР, чемпион Европы, неоднократный призер чемпионата мира и СССР Кенжебек Амаралиев. После окончания этой схватки состоится награждение чемпиона турнира и призеров турнира весовой категории 55 килограммов. Вниманию участников турнира весовой категории 55 килограммов. После окончания второй финальной встречи состоится награждение победителя и призеров турнира весовой категории 55 килограммов.
подготовиться к награждению. Награждать будет мастер спорта Чекиров. Прошло 5 минут. До конца схватки осталось 30 секунд. Где болельщики, поддержка ваша? 5-1 впереди спортсмен из Кыргызстана. Yeah.
Прошла одна минута. Две минуты прошло. Завершился первый период финальной схватки весовой категории 66 килограммов. Табалдыулу Сименкул и Торкоман Абдулгасен, Иран. 1-1. Давайте поддержим нашего борца. Не слышно вас? Еще поддержка!
Встреча в ничью, дается дополнительный овертайм до первого победного балла.
Прошло 7 минут. 7 минут. Осталось до конца тайма 45 секунд. Итак, уважаемые друзья, завершился финальный поединок 66 категорий килограммов. Дополнительное время счет не изменился. По мнению судей, по баллу победу одержал Назарбек Улуулла. Табалдыулу Зиминкул, извините. Табалдыулу Зиминкул, по мнению судей, одержал победу. Чемпион Казахстана 2002 года. И на третьем месте...
Малият Курамысов, Казахстан. Второе место. Марс Ерназаров. Аплодисменты. И третье место завоевал Мадият Курамысов, Казахстан. Награждение производит основатель международного турнира памятника нового Хожемкула, мастер спорта Петр Иванович Лисичкин. Аплодисменты, товарищи! Боец красным только Османов, Казахстан, синим Джекшенов, Казахстан. Итак, уважаемые болельщики, перед вами финальная пара. Весовая категория 74 килограмма. Красном трико. Чемпион Казахстана. Мастер спорта Сейфуддин Османов. В синем трико. Мастер спорта, чемпион Кыргызстана Талан Джекшенов. Рефери на ковре, арбитр международной категории Толон Раймкулов, Кыргызстан. Сайфуддин Османов, чемпион Казахстана, 6 лет занимается борьбой, турок по национальности, живет и тренируется в Казахстане. Мастер спорта Сайфуддин Османов, тренер Демин. В синем трико Талан Джекшенов. 4 место на молодежном чемпионате мира в Ташкенте. Неоднократный победитель турниров памяти Кожемкула. Участник чемпионата мира в Софии. Чемпион Кыргызстана Талан Джекшенов. Прошла минута. Прошло 2 минуты.
области первого периода счет 2-2. Прошло 4 минуты. Прошло 5 минут. Идет последняя минута схватки. Победитель призеров весовой категории 66 килограммов Табалдоглу Семенку, Торкомон Абдогов Гасен и Арян Хасан Иран приготовятся для построения награждения.
победу Бабанова Южал. Решение там просто. Итак, второе место завоевал Торг. Давайте поприветствуем чемпиона этого турнира, Заполдиуну Семенку. Снимок на память. Судья национальной категории Буденов, Казахстан. В красном трико на ковре Вадим Такаев. 12 лет занимается борьбой, мастер спорта. Победитель турниров братьев Белоглазовых и гран-при в Киеве. Тренируется под руководством Богубаева Аманджола. Является серебряным призером чемпионата Казахстана. В синем трико Ирлан Бадуашев, мастер спорта. Бронзовый призер чемпионата Азии среди молодежи. Призер чемпионатов Казахстана, чемпион Азии среди молодежи, тренируется под руководством Тусупхана Сейханова. Ирлан Байдуашев, синий трико, Казахстан. Прошла одна минута. Thank you.
Внимание участников! После этой схватки состоится награждение победителей призера весовой категории 74 килограмма. Талант Джекшенов, Сайфудин Османов, Самат Толубаев приготовятся к награждению после этой пары. Завершился первый период поединка финальной схватки 84 килограмма. Счет на табло правильный. Борца в красном трико Вадима Такаева секундирует спаньяр Майбасов, Алма-Ата, Казахстан. Двукратный победитель турнира памяти Абаул Хожикула 71-72 года спаньяр Майбасов. Прошло 5 минут схватки. Итак, победу со счетом 4-1 одержал Вадим Такаев, Казахстан. И стал победителем 42-го международного турнира по вольной борьбе
памяти кыргызского народа богатыря Кабаулу Кожамгула. Баев. Сайхунин Асманов. В результате второе место завоевал мастер спорта Сайхунин Асманов. И третье место мастер спорта Самат Толубаев, Кыргызстан. Для награждения также приглашается на сцену доктор Бидайбеков, Аманжол Богубаев и Маулен Мамыров. Давайте поаплодируем нашим призерам и чемпионам. Подарками награждается вице-президент Федерации вольной борьбы Корейской Республики, Казахской Республики, Топтор Бидайбеков. И сейчас вы видели награждение главного тренера сборной Казахстана по вольной борьбе Аманжола Багубаева, чемпиона Советского Союза, чемпиона Спартакиады Народного СССР, Аманжол Багубаев. Итак, финальная встреча 96 килограммов. Давайте поприветствуем финалистов Магомед Кудунов и Саэд Тахмасрединиджад, Иран.
трико борется Тахмасабиджад Саед. Бронзовый призер чемпионата Ирана. Тренируется под руководством Акбара Нижада и Али Шакрипура. В красном трико Магомед Будунов, мастер спорта, чемпион Кыргызской республики. Тренируется под руководством Минислава Сапарова. После первого периода выигрывает спортсмен в синем трико из Ирана. Внимание участников, победители и призеры весовой категории 84 килограмма приготовятся после этой схватки на награждение. Вадим Такаев, Ирлан Бадуашев и Асхат Сейдбеков, 84 килограмма, победители-призеры. Победу одержал Тахмасабиджад.
Казахстан. И третье место Асхат Сейбеков, Кыргызстан. One minute, two minutes, three minutes. Прошу сначала поединка.